Номер в пансионате Нева. Мы, ребята, уезжаем отсюда. Ну, что я вам хочу сказать, что по фотографиям было намного лучше. Ну, вот такие вот кровати, к примеру. Вот такие вот стены. То есть это совсем Советский Союз. Милане предоставляется вот такая вот очень жесткая кровать. Серёж, пойди посмотри, какой матрас. Просто посмейтесь от этого. Вот это матрас, представляете? И вот так вот ребенок на жестком должен спать. Посмотрите, все проваливается. Потом вот это шкаф. Вот такой вот шкаф. Ну, собственно говоря, кровать. Какие красивые. Да, это вот такие вот плинтуса. Окна с алюминиевой рамой. Да. Ну, вот такой вот паркет. Который скрипит. Вот так это все выглядит. Балкон. Я даже сюда выходить не буду. Подходи. Вот такой вот маленький. Ну, это телевизор современный. Да. Здесь прихожая. Узенькая, ну как бы, ну туалет с ванной более-менее тоже очень маленький, вот так, ну в принципе нормально, ну нет, все, вот это все, здесь сломано, как видите, и за этот номер вместе с питанием на 3 дня, ой, на 3 дня говорю, шведский стол получается, трехразовое питание на 13, а ночей 98 тысяч. Как-то так, короче. Так что мы уезжаем. Да. А это моя с виду кажется так более-менее нормально, но на самом деле... А картина красивая. Не очень. Все. Да. Вот такой вот корпус, да. Территория. Вот это вот новый корпус. Мы уйдем.